Воспитание ребенка – одна из самых важных и сложных задач для родителей. В семье могут возникать конфликты, тревога, раздражение, которые заводят в тупик даже самых опытных мам и пап. Ежегодно в службу детского телефона доверия с подобными проблемами обращается около 1000 россиян. На ваши вопросы ответят квалифицированные психологи, а также помогут выбрать подходящую тактику воспитания именно для вас. Помощь оказывается анонимно, бесплатно и круглосуточно по телефону 8 800 2000 122.